Всем привет, вы на канале «Строим правильно». Сегодня я хочу вам сказать о том, что газоблок дорожает. Об этом я уже говорил в прошлом видео, но при этом остается самым востребованным и самым дешевым строительным материалом в 2021 году. Грубо говоря, сейчас, например, там вот за мной в Челябинской области считается одной из самых лучших марок газоблока, это «Инсиблок». И компания делает акции до конца июля по газоблоку. А у них заказы расписаны на 2 месяца вперед, поэтому сроки ожидания не быстрые. Поэтому для тех, кто хочет строиться, нужно очень грамотно подгадывать время и по строителям, и по материалам. Что у нас дальше? Давайте немножко по цифрам. Грубо говоря, сейчас средняя цена газоблока в Челябинской области 6000 рублей куб. Инси компания продает его по акции по 4850. Ну там плюс палеты, доставки и все остальное, это мы сейчас не считаем. Арматура у нас подорожала с начала года примерно в 2 раза, но на дом, к примеру, там в 100 квадратных метров с площадью застройки, там, не знаю, 12,5 на 8 и так далее, там в чистоте, конечно, будет меньше дом. Арматуры требуется примерно 1,5 тонны. Что примерно соответствует 100 тысячам рублей. В прошлом году это бы обходилось 50 тысяч рублей примерно. Инси-блок подорожал, но, грубо говоря, на всю коробку вот здесь вот требуется 50 кубических метров. Если в прошлом году эта цена составляла примерно 125 тысяч рублей, то в этом году эта цена составляет там 150-170 тысяч рублей. Что, в принципе, не так уж страшно. По кладке... Кладка, в принципе, сильно не подорожала, и средняя ее цена сейчас 2500 за куб. Расчетное число у нас клея на куб газобетона примерно 1 мешок. Далее крыши. Крыши тоже принципиально не подорожали, ну, кроме мягких черепиц, где используется ОСБ. Либо фанера, листовые материалы, они очень сильно выросли в цене. Но тоже на круг, грубо говоря, если крыша на подобный дом в прошлом году обходилась в 350-400 тысяч рублей, в этом году она обойдется в 450-500 тысяч рублей. Да, удорожание, но не настолько уж сильно принципиальное. То есть, грубо говоря, на круг, на дом в 100 квадратных метров мы получаем общее удорожание примерно там в 200-250 тысяч рублей. Да, это деньги, да, это достаточно ощутимые деньги, но это не те деньги, насколько подорожал сейчас лес там, или металл в целом. Да, то есть деревянные дома это сейчас просто космос, они улетели там примерно в 2 раза в цене. Также пиломатериалы на данную крышу там уйдет всего там 5, максимум 6 кубических метров. В общем, в целом строиться можно.